Эфир телеканала «Беларусь-4» Гомель продолжает новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Женская команда гандбольного клуба «Гомель» готовится к предстоящему сезону. Начало сентября у подопечных Томаша Чатера будет насыщенным. 2 числа стартует чемпионат страны. Первый соперник – Березина. 9 и 10 сентября гомельчанки примут участие в квалификационном турнире Лиги чемпионов, который пройдет в Норвегии. Под руководством Томаша Чатера и Александра Маджарова сейчас работают 20 гандболисток. До полной обоймы не хватает только Дарьи Вороновой, которая сейчас в составе молодежной сборной страны У-17 готовится к матчам чемпионата Европы в дивизионе Б. Также вместе с командой поддерживает форму россиянка Юлия Голубева, которая минувший сезон провела в составе Гомеля. Пока вопрос о ее дальнейшем карьерном пути открыт, Томаш Чатер не прочь видеть ее в ростере своей дружины и в предстоящем игровом году. Вливаются в коллектив и новички. Молодые белорусские Екатерина Дронова, Анастасия Силуха и Ксения Яскевич, а также легионеры – украинка Леся Смоленко, три сербки – Теодора Здравкович и сестры Мария и Елена Акбаба. Ну, могу сказать, да, доволен. Молодые игроки, две уже немножко больше опытные, которые играли в Сайфоку, это две сестры. Сестры, одна ленина, вторая правый полусредний. Но все равно надо работать, есть там много еще недостатков. Они тоже пришли сюда, что можно играть, что можно хорошо тренироваться. Что касается немножко Олеси, хороших игроков, сильных игроков, сборница Украины. Тоже есть много недостатков, что надо исправить, да будут хороших игроков. Старается, слушает, работает, и поэтому, я думаю, да будут хорошие игроки. Леся Смоленко видела Гомель в деле в матчах Балтийской лиги и знала, чего ожидать в новом коллективе. Я очень довольна тем, что я сейчас в Гомеле. Хорошая очень команда, девочки все, хороший коллектив, они все поддерживают меня, понимают, что мне надо влиться, они помогают мне. Мне так немножко тяжело, потому что надо почувствовать каждую из девчонок, знать, как кому удобнее, что лучше сделать, как лучше передачу отдать, защите нужно лучше понять девчонок. А вот сербским гандболисткам освоиться немного сложнее. Сестры Мария и Елена Акбаба с детства играют бок о бок. В минувшем сезоне защищали цвета венгерского Шеафока. И в Гомель также перебрались вдвоем. Мы с сестрой с детства играем только вместе. Очень довольны переходом в Гомель. Приняли нас хорошо, мы сразу почувствовали себя частью команды. Более успешные, чем в прошлом году, выступление на Евроарене – одна из главных целей команды. Для ее достижения гандболистки готовы еще больше работать на тренировках. Конечно, уже опыт как бы есть, неудачный, но опыт есть. Поэтому, наверное, хотим немножко серьезнее отнестись в этом году к этим стартам. Вот будем работать. Уже завтра в Жлобине Гомель проведет первый контрольный матч. Соперник – дружина из Москвы. Во вторник – повторный поединок. И после – отъезд в Польшу, где гомельчанкам предстоит участие в крупном турнире. Затем еще два спарринга в Чехии. Неделя отдыха и старт сезона.